Чувствуете, машина поднимается? Она поднялась еще порядка на 30. Камера увидит? Ну, поднять. Дисплей видел, но поднятия само нет. Значит, это максимальный подъем. Когда приедем на стоянку, нужно будет снять. Так, нас уже подпирают. Так, это да? Просто бездорожье в районе 25 сантиметров, 26. А, так и тут же ехать можно нормально. Так, уже здесь не трясет, ты слышишь? Да, да. Здесь же нет вот этой жесткости. Ну да. Так понятно, если спокойно, если мы только даем газ. Это в самое верхнее положение, так вплоть до буферового отбоя. Взад некуда же выстреливать, выходить стойки, понимаешь? Ну и при подъеме я всегда рекомендую опустить автомобиль в обычный клиренс. Угу. Дорогу на подъеме и так не видно, а приподнято ее вообще не видно. Кроме неба ничего. Да. Вот мы сейчас едем на нормальном клиренсе 22,5 сантиметра. Так, а там мы подъедем, я остановлюсь, да? И вот сейчас, отпускай педали, машина сама поехала. И мы услышим работу системы Off-Road. Паша, ты увидел, камера увидела, что у меня руки подняты? Да. Отлично. Вот этот планчик нам нужен был. Ну, здесь опять, видишь, высокие подъемы, я подниму машину просто Ты делаешь это на ходу? Это можно делать на ходу, но скорость не должна превышать, скажем, где-то 5-7-10 километров. Ага. То есть она покажет, она не сработала. Сам останавливает, сам. Притормаживает машина и оптимально дает обороты двигателя, чтобы двигатель удержал машину вниз. Ну, в балочку мы не поедем, я просто знаю. У тебя же принудительной блокировки нет. Дифференциалов нет. Нету. Нет. Тогда делать так. Это на ТРНТХ, по той комплектации полном. Да. Здесь вот лучше я сейчас опущу машину в нормальный клиренс. Подвеска у нас стоит, смотри, в комфортном состоянии. Ага. Здесь такая сейчас будет, ну, ребенка, по которой можно растрясти и мозги, и кишки. Вот сейчас в комфортной подвеске мы едем спокойно, нормально, на подвеске в 22,5 сантиметра клиренс. А сколько режимов здесь? Роуд? Здесь может быть... Легкий оффроуд? Нет, здесь может быть оффроуд, это один режим внедорожный. Ага. Пневмоподвески может быть стандартный бездорожье и сильное бездорожье. Ага. И сама подвеска работа комфортная, нормальная и спортивная. Достойно, очень достойно. Вполне достойно. Так, Паша, я тут знаешь еще о чем подумал? Мы сейчас... Отпускайте так, опять смотри, руки опять и руль. Отпускать руки и ноги. Пишешь? Ноги не видно, да. И ноги отпущены тоже. Наслаждайтесь автомобилем Volkswagen.